В Анадырском кинотеатре «Полярный» масштабное обновление. Впервые за 20 лет там поменяли киноэкран. Обновлен и проектор. Теперь оборудование в кинотеатре одного из самых отдаленных городов России не уступает ведущим кинотеатрам страны. Впервые за последние 20 лет в Анадырском кинотеатре «Полярный» заменили экран. Вместо старого с разрешением 2К, установленного еще в 2002 году, теперь здесь смонтировали новый, посеребренный, с разрешением уже 4К. Было принято решение немного увеличить его и сменить на посеребренное полотно, которое позволяет сделать картинку более яркой, более четкой. Ну, то есть кино должно быть зрелищем, мы к этому движемся. И я думаю, что будут кинотехнологии развиваться в сторону кинопоказа, увеличения, например, кадров в секунду, и мы тоже хотим к этому быть готовыми. Работы в кинотеатре заняли 3 дня. Снять старое полотно, сварить новую конструкцию, установить специальные шейкеры за экраном. Дело в том, что вместе с экраном под замену пошел и кинопроектор. Вместо лампового теперь смонтирован лазерный. Значит, здесь стоит система RGB, это красные, зеленые, синие лазеры, которые через специальную призму и устройство вырабатывают белый свет. То есть формируется белый свет, и за счет этого как бы идет уже через призму в объектив. Ровное стабильное изображение на всем полотне экрана. Особенность имеет лазерное излучение, оно имеет дисперсию. И для того, чтобы не было размытости, ощущения размытости, за экраном вешаются специальные, называются это шейкеры, и они колеблют экран для того, чтобы изображение было четким. Чтобы установить новый лазерный проектор, в Анадырь прибыл специалист компании MD Technology. Рассказывает, что это проекционное оборудование последнего поколения, самое современное, что есть на сегодняшний день. Оно обеспечивает высокую яркость и контрастность, а еще стабильную и экономную работу. Если лампы на старом проекторе были рассчитаны на 1000 часов и потом шли под замену, то лазерное оборудование рассчитано уже на 50 тысяч часов. Но чтобы просмотр фильмов стал уж совсем комфортным, кинотеатр «Полярный» обновил и 3D-систему. Доставлены вот такие современные легкие очки для взрослых и детей. Причем по желанию их можно будет купить, чтобы не пользоваться общими. Все это стало возможным благодаря поддержке губернатора округа и финансированию из окружного бюджета. Поэтому модернизация не повлияет на ценообразование. Стоимость билетов на сеанс останется прежней. Как говорит руководство кинотеатра, кино должно оставаться доступным развлечением. При этом до конца года в «Полярном» планируют также обновить сцену и закупить новое световое оборудование. Вероника Токмачева, Арсений Гусев, «Вести», Чукотка.